Большой сюрприз для белгородских театралов. Открытие 81-го сезона щепкинцы отметили торжествами в честь минувшего 80-летия театра. Для зрителей сразу два подарка за два дня – праздничный концерт и премьера чеховского «Дяди Вани» в постановке художественного руководителя Московского театра у Никитских ворот Марка Розовского. Продолжит Наталья Давыдова. Традиции возлагать в день открытия сезона цветы к подножью памятника Михаила Семеновича Щепкина уже около двух десятилетий. Это дань уважения великому актеру, чье имя носит театр. Чувством уважения и любви к своему второму дому пропитан и весь концерт. Кадры хроники сменяли концертные номера, полюбившиеся зрителям фрагменты из спектаклей. И, конечно, поэтические отступления. Юбилей, он нам дорог особой приметой, не сединами масти своей, а золотым торжествующим светом. Открытие юбилейного сезона – день второй, долгожданная премьера. О том, что чеховского дядю Ваню ставит на белгородской сцене Марк Розовский, мы рассказывали в июле этого года. Тогда в эксклюзивном интервью «Миру Белогорья» мастер высоко оценил профессионализм щепкинцев и назвал их ансамблем талантливых индивидуальностей. Сегодня у первых зрителей есть возможность увидеть работу именитого режиссера и любимых артистов. Все билеты на премьеру были проданы задолго до открытия сезона. Будет интересно очень посмотреть интерпретацию именно его дяди Вани в нашем театре, именно нашими актерами. Очень устали от модерна, хочется хорошей, доброй, старой классики, такого уютного, домашнего, классического варианта. Марк Розовский считает чеховского дядю Ваню одной из лучших пьес мира. Своей любовью он смог заразить и актеров, занятых в спектакле, и тем самым помог справиться с трудным материалом. В ваших жилах течет русалочья кровь. Будьте же русалкой, дайте себе волю хоть раз в жизни влюбитесь. Естественно, он объяснял свое видение пьесы, сидя в зале на репетициях. Он отдавал на откуп что-то и артистам, то есть он даже вот сейчас в финальной репетиции он сказал: «Давайте, импровизируйте. В рамках роли я вас пускаю». Трехчасовой спектакль был прожит актерами и зрителями на одном дыхании, а финальный монолог Сони не оставил равнодушным никого. Дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный ряд дней, долгих вечеров. Сегодня публика и театр вместе празднуем мы вот эту победу Антона Павловича и театра, русского психологического театра, вот над всеми теми тенденциями, которые довольно часто возобладают в нашей реальной театральной жизни. Помимо состоявшейся премьеры, белгородцев в этом сезоне ждет еще немало сюрпризов. Спевак Семен Яковлевич работает над постановкой спектакля «Идиот». Ну и, конечно, фестиваль. Мы пригласили 5 театров из Москвы, «Первачей», и «Чеховский МХАТ», и «Калягин», и «Российская армия», и театр Маяковского, и Розовского, и Беляковича, и Питер. Все в гости к нам, и мы. Мы не боимся этой конкуренции. Открытие юбилейного 10-го фестиваля «Актеры России» Михаилу Щепкину состоится 24 сентября. Наталья Давыдова, Дмитрий Боев, Эдуард Горелов. Новости мира Белогорья.